абсолютный рекордсмен премии Муз-ТВ. 12 побед в номинациях, в том числе 7 как лучший исполнитель. Дима Билан. Дима, ты сейчас улетишь. Дим, привет. Ну ты, я хочу тебе сказать, ты еще один человек, который игнорировал сегодняшний дресс-код. Послушай, ну как, я люблю импровизировать. Но я тебе могу сказать, тебе все можно, потому что ты просто стал уже талисманом. Ну, тебе секрет, у меня будет похожий пиджак. Но когда у тебя будет такой же пиджак, как у меня, я уже буду в другом. Я знал и взял два. Да. Дим, ну я тебе хочу сказать, мы не представляем премию Муз-ТВ без тебя. И я думаю, что ты всегда был и будешь талисманом этой премии. Поэтому ты уж для нас старайся. Вашими бы словами. Да ладно. Словами и чаяниями всех твоих многочисленных миллионных фанатов. Дима Билан!